Всем доброе утро, ребят. В общем, я спала ночью, сегодня у меня просплеталось, как не знаю что. У меня еще все спят. А я сижу чаевничаю. Стало мне не спится. Чаек зеленый. Такая вот конфетка. Сейчас чай попью. Потом уже буду что-нибудь делать. Всем хорошего дня. Позитива на целый день. Удачи, конечно. Сейчас утра сестренка разговаривала, она там рассказывала. Ну, она на ее канал зайдете, посмотрите, как она рассказала. Короче, утром идет на работу и рано. Усыкалась, говорит, я тебе сейчас перезвоню, и пропала со связи. Сейчас вспомнила, вот она мне только что звонила. Я думаю, договорю. Я, в общем, яйца отварила. Уже почти все встали. Села перекусить. Ну, как обычно, по традиции, суббота, уборка. Стихка. Я покушаю, все сделаю, и потом пойдем жарить шашлычок на улицу. Так что, ребят, жду поздравления от вас. Спасибо большое, кто поздравил. У нас сегодня годовщина свадьбы. 22 года вместе, совместной жизни. Спасибо огромное, кто поздравил. Так, все, начинаю я готовить. Тесто у меня подошло, уже растаяло. Сейчас разрезаю и на два листа раскладываю. Такие два куска теста. Сейчас я раскатываю по размеру разноса. И складываю. Буду делать пиццу. Так, смазала, раскатала тесто, уложила в разносы. Сейчас кетчупом все смазываю. Света мне режет колбасу. У нас просто обычная колбаса. Там грибочки чуть-чуть есть. Грибочки будут и сырок сверху. Простая вкусная пицца. Вот такое мы делаем. У меня она уходит на ура. Ура! Вот так колбасочку раскладываем. Еще грибочки сейчас сверху. Майонезная сеточка и сырок. Вот так пиццу все уложили. Еще у нас помидорка одна была. Еще помидорочку разложили, грибочки. Колбасочка сверху, сеточка майонезная, и будет сырок. Вот так, две пиццы. Сейчас духовочка мне разогревается, и я отправляю духовку жарить, буду по очереди. Потому что они так лучше получаются. Так, первая пожарила, сейчас сырок сверху натеру, и все, она будет готова. И вторую ставлю. Вот вторую отправляю, духовочка. Сыр потерла, сейчас он растает. И все, и пицца у меня готова, вторая жарится. Здесь еще вот чуть-чуть сделали, как... зимний или как? Салатик. Короче, картошечка, яйцо, как обычно, без горошка. И, ну, я с горошком больше люблю. Так что чуть-чуть сделали еще салатика. Сейчас крылышки пойдем жарить на улицу. Все, ребята, вот две пиццы приготовлены, стоят. Ну, детки могут кушать салатик. Это мамочки, я наложила картошечки целые, без ничего. И мангал там разжигается. Сейчас пойдем жарить шашлычок. Все, мангальчик у нас уже сжигается. Горит, горит. Сугробы какие. Мафуи сугробы. Сейчас как начнется все таять. Тут тоже вон какие сугробы. Таяние начнется. Все нас топить начнет. Так, здесь к нам гости приехали. Еще вот такую свининку привезли. Свининка или нет? Да, свинины шейки. Свинина сейчас будет. И вот такую штуку. Морган. Какая-то фигня. Я такое не люблю. Так что все, там костер разэтался. Сейчас будут упаковывать на решетку. Пойдем жарить на улицу. Ну, они пойдут, я не пойду. Не хочу мерзнуть. Ну, в принципе, не холодно, но нормально. Привезли компотику, банку и пакет картошки домашней. Я, смотрите, какая лохматая целый день. Сейчас косички расплету, не знаю, получится у меня кучеряшки, не получится. Ну, попробую, какая буду, одену что-нибудь. Надо же сфотографироваться, так что годовщина. Сейчас дочь звонила, поздравляла нас. Что ты такая счастливая сегодня? В общем, можно похохотаться, мои кучеряшки. Короче, я ни туда, ни сюда уложить их не могу. Ржу не могу. Хотел сфотографироваться красиво. Ну как вот тут, вот как сфотографироваться красиво? Я не знаю. Я не знаю. Одела футболку, что-то у меня настроения нету. Все.
Пошла я на улицу жарить шашлык. Пойду пошарюсь с ними. Там они уже пошли, сейчас укладывать будут. Вот кучеряшки мои, очень ровные были, да? Ну, вот хожу, ведьмак. Джек Фарадей. Вот так вот мяско уложили крылышки. У меня муж как-то их заворачивает, вот так вот. Я так не могу заворачивать, мне не получается. Ну что, я шашлык не жарю. Все, пойдем жарить на улице. А здесь вот лук остался. Сейчас выкину и помою. Та-дам! Все, мясо готово, мы сели уже кушать. И пантерка с нами, да, пантера? Сидит, выжидает. Сейчас я тебе накладу тоже. Вкусняшка, всем приятного аппетита. Так, вот это свининка у нас. Сейчас пойдут ее жарить. Мясо жарится. Фу, на меня прям дым идет, потому что вам хорошо еще. Так, здесь вот свининка готова. Если уже какая? Запотевает аж на все весь экран. Вкуснотища. Вкусно? Да, да. А где пахало? Вот крылышки жарятся. Остывает. Нагрелась красная и стала. Я вижу, что красная, но он горит красным огнем. А угольки я не вижу. Там они. Там они? Да, ну ты руку подержи как вот. Ого, жар какой. Дожаривает, жариваем. Красота. Это Лиза писала на снегу. С. Го. До. В. Си. Но. Е. Молодец какая. Ура, Лизка! А где сердечко? А, сердечко вокруг обтоптало сердечко. Красота. Че, вы прогулялись уже?